Продолжаем проходить эфир. Остановились мы на том, что остановили запись прямо посередине боя. И сейчас мы продолжим. Все так же воюем с солдатами. Все так же ищем Феттеля. Получи. Получи, распишись. Там кто-то еще есть. Что-то много пыли здесь. Ни хрена не видно. Ой-ой-ой. Это не тот здоровый случай, там ходит. Нет, это обычный. Это хорошо. Обычных-то я не боюсь уже. Мы их столько перевалили, что просто это впору называть геноцидом. Так, спутник. Что тут у нас? Потенциал. Аптечка. Аптечки нам нужны. Аптечки — это хорошо. Какая-то дверь. Пойдемте в нее. О, это то, что я думаю. О, моя прелесть. Как я рад. Так, ладно, мы, видимо, отсюда срезаем дорогу. Давайте мы пройдем маленько по тому пути. Вдруг мы что-то там упустили. Да ничего, собственно, тут и нет полезного. Можно сохраниться. Идем дальше. И тут нам сохраняет контрольную точку. Предугадывает мои желания, можно сказать. Так. Это что такое? Что бы это ни было, я это хочу. Блин, а. Что-то не предвещает. Ой. Что, у меня патроны кончились? Вот я, блин, лошара. Я даже не следил за количеством патронов. Ну ладно, у нас есть пистолеты. Это многое меняет. Пистолеты. Это хорошо. Обожаю спарку пистолетов. По-македонски. Интересно, почему названо по-македонски, когда стреляешь с каждой руки? Вроде у Александра Македонского пистолетов не было. Даже не знаю. Так. А, нет патронов до хрена. А почему тогда оружие поменялось? И на это есть. Ну ладно, это мы сменим на дробовик. Дробовик нам пригодится. Это они, видимо, они устранили, чтобы она в них не стреляла. Ладно. Что у нас здесь? Здесь тупик. Еще патрончики. Джигурда? Джигурда. Так. Что-то мне не очень охота нажимать эту кнопку. Сначала пойдем посмотрим, там где-то у нас что-то лежало. Так, ладно. Да-да-да. Ракетная установка. Ладно, давайте поменяем пистолеты, потому что и винтовка, и дробовик мне сейчас нужны. Ой, что это такое? Так, сохранимся. Что-то, блин, меня терзают смутные сомнения. Больно, что тут все как-то тревожно. Да-да-да, я что-то помню такое. Сейчас, по-моему, я нажму ту кнопку, и мне настанет жопа. Что-то смутно помню. У меня мин нет. Блин, и с дистанционным нет. Сейчас бы заложил тут все к ядрине фени. И жопа была бы тому, кто приедет. Но да ладно. У меня есть ракетница. И я не какая-то девочка. Чего мне пугаться-то? Идем, нажимаем кнопку. Так. Quick save. Activate.
Да-да-да. Да-да-да-да-да. Ну, зашибись. Хорошо. Так, интересно, он может попадать в закрытое помещение? О-о-о! Скотина. Так, сейчас у меня получше. Ох, ему уже плохо. Так, у меня 3 ракеты. Лови. А, от наших вашим. Чё, все? Ну ладно, это было не совсем сложно. Не совсем не сложно. Потому что я ожидал чего-то подобного. Жаль, что это не 100% летсплей, потому что, я думаю, ощущения были бы непередаваемые. Ну да ладно. Так, что как мне подняться наверх? Так, какой-то склад. Где у нас тут выход? Выход вот. Чё-то давно Альмы не было. Альма, ты где? Я по тебе соскучился. Так. Возьмем дробовик, пожалуй. Давно я с ним не ходил. Обожаю местный дробовик. По-моему, лучше дробовик только в Half-Life. В первом, втором. Очень круто сделан дробовик тут. Так, ладно, поднимаемся по лестнице. Других тут ходов я не вижу. Это что за звуки? Опять кого-то ели, похоже. Но мы спрыгиваем вниз, что нам еще остается. Внимание! Химическая тревога. Включена аварийная блокировка. Так, надо найти противогаз, судя по всему. Нет, тут я, насколько помню, противогазов не бывает. Так что просто надо быть осторожнее. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас недоеденный труп. И прототип 7. Что у нас делает прототип 7? Ну ладно, сейчас на ком-нибудь проверим. Так, все хорошо. А, прототип это... Погодите, это... Да-да-да, это местный аналог рейлгана. Хорошая пушка, кстати говоря. Одна из лучших в игре, по-моему. Насколько я помню. Если мне не изменяет память за все эти годы. Так, ладно. Что у нас здесь? Кнопку всегда успеем нажать. О, моя прелесть. Опа-на, 160 здоровья. Обалдеть. Аптечка. Круто. Живем, живем. Отлично. Так, мне бы здесь не травануться бы. А? Все по полной. Еще один источник, а тут пишут, что причиной его закрытия была некая синхронизация. Что это такое, тут не сказано, но похоже были жертвы. Угу.
Да, жертвы были, как мы помним, из концовки третьего эфира. Пакстон тогда, конечно, народу повалил просто немерено. Так, здесь мне... Блин, да мне здесь, скорее всего, дробовик и понадобится, потому что в таком помещении наверняка будут ниндзя. Или как их назвать. Ну, короче, вы поняли, о ком я говорю. Да нет, довольно спокойное место. И тишина. Ну, наконец-то нормальные двери. Надоели уже эти самооткрывающиеся. Так, там камера. Не взять ли мне тебя? Нет, не вместо этого, а вместо вот этого. Так, погодите. Так. Да нет, что ж такое? Вот так. Опа-па! Ну сейчас заживем. Так, соберитесь все в кучу. Еще? А? Отлично. А вот так. Нравится, нет? Лови в щи, скотина. Да, что это было, шеф? Просто супер. Еще? Так, пушки хана уже, похоже. Что-то она мигает как-то противно. Давайте нафаршируем вас. Ненавижу. Так, собственно, все, похоже. Ох, это круто. Блин, когда еще такая возможность предоставится? Обалденно. Да. Вот мы и нашкодили маленько. Так, ну что, возвращаемся. Куда мне теперь идти? Блин, закрыто. Оттуда я пришел. Честно говоря, даже не знаю. Может, я там что упустил? Давайте сразу проверим, чтобы потом не возвращаться за 3-9 земель. Так, ну это у нас не активизируется. Это мы уже включали. Блин, может что взорвать? Скажем, трубу. Да, похоже, нет. Нет. Да, видимо, взрывать тут нечего больше. Все, кто могли, уже погибли от нашей руки. О, мины. Как я так? Чуть мины не пропустил. Мины нам пригодятся. Ладно, побегли, побегли обратно. Видимо, где-то что-то. Что-то где-то. Дверь. А, ну здесь я был. Ну какого хрена? Я хожу кругами. Да, сейчас я куда-то не туда попаду, похоже. Здесь тупик. Блин, ребята, что же делать? Может вниз спрыгнуть? Я там был вообще, нет? Да-да-да, был. Блин, а? Придется искать. Придется искать. Здесь мы убили робота. А как мне подняться наверх? А, да, лифт с другой стороны рабочий.
Небольшой кружок такой. Лифт надо спустить. Да что ж такое? Что за жизнь, а? Все время на побегушках. Давай, давай, давай. Да, блин, я плохо ориентируюсь во всех этих однообразных коридорах. Честно говоря, не представляю, куда идти. Так, где тут выход-то был? Да-да-да, вот ты. Тут я был, все сделал. Тут я был. Поднялся по лестнице. Зашел сюда. И, собственно, все. Что-то еще искать. Мы вернулись практически туда, откуда начали. Здесь у нас ничего. Здесь у нас ничего. Блин. Забыли прослушать. Первое сообщение. Давайте Билл послушаем. Моди. Привет, Дженнис. Это Билл Моди. По приказу Яна Хайвса я провел анализ источных вод на южной водочерпной станции. Результаты заставляют задуматься, особенно если учесть, что эта вода поступает из жилых районов. Конкретно из Оберна. Тебе это о чем-то говорит? Отправляю протокол анализа. Сделай так, чтобы он попал к нужным людям. Следующее сообщение. Ян Хайвс. Дженнис, да, это Ян. Слушай, можно одну просьбу? Если тебе позвонит Билл Моди, пожалуйста, сделай вид, что тебя действительно волнуют его проблемы. На самом деле он просто хочет спихнуть ответственность на кого-нибудь из администрации. Я от него отделался, хотя и с большим трудом. Так что теперь он наверняка побежит к тебе. В любом случае, дай мне знать, чем все это кончится. Сообщений больше нет. Сдается мне, что не подмешивали в воду какую-то хрень и чуть ли не проводили опыты на гражданском населении Оберна. Это, конечно, отвратительно. Так, ну что, мы вернулись опять-таки сюда. Это печально. Я заблудился. Блин, как мне тебя открыть? Так. Ну ладно, ребят, не буду вас утомлять, как раз время подходит. На этом мы завершим эту серию. Я тут за кадром быстренько разберусь, куда идти. В следующем мы уже пойдем по верному пути.